Привет! Всем-всем привет! Сейчас я вам хочу показать, что я нашла в своих старых залежах. Кстати, крючок нам сейчас не пригодится. Вот посмотрите, какой-то здесь нашла недовяз из хлопковой пряжи. Решила распустить, потому что применить его не знаю к чему и что это должно было быть, я даже не представляю. Но догадываюсь, что это, возможно, был задуман купальник. Сейчас у меня совершенно уже другие размеры, другие параметры, поэтому довязывать этот купальник смысла нет. А вот это, посмотрите, пожалуйста. Я сначала думала, что же это такое? Вот такое вот непонятное, недовязанное. Хотела распустить, но потом поняла, что не отсюда нужно распускать, а вот откуда-то отсюда. В итоге я долго думала, что же это такое. А потом оказалось, что это плавки. Это должны были быть самые что ни на есть плавки, которые я начала вязать, но так и не довязала, и, соответственно, никогда не надела, не надевала. Хотелось мне вязаный купальник на свои тогда 90-60-90. И, как видите, получилось, в общем-то, неплохо для первого раза. Я даже сейчас и не помню, то ли я брала откуда-то эту модель, то ли сама вязала так, по наитию. Но факт остается фактом, что время было затрачено, а купальник так свое применение и не нашел. Даже здесь я не сшивала. Вот посмотрите, вот здесь вот завязочки, даже связаны они как-то по-особому, вот таким образом в виде цепочки с небольшими утолщениями. Такие завязочки здесь подразумевались. Вот такие цветочки декоративные из пышных столбиков. Так, возможно, вот это должно было быть чашечкой. Как-то она должна была вот здесь вот, наверное, смыкаться. Но, честно говоря, уже даже и не помню. Чашечка, конечно, подразумевала подклад. Вот. Но довязывать я не стала. Сколько лет пролежало это вязание скомканным в каком-то там, я не знаю, пакете, в коробке. Страшно сказать, мне кажется, 20 лет, или 16, или 18. Но факт остается фактом. Довязывать это я уже не буду. Я вот уже начала распускать. Возможно, я найду применение вот этим красным ниточкам. Как видите, за столько лет они не потеряли своих качеств. Цвет такой же красивый. Вот. Нитки хорошие, хлопок не крученный. Вот такой вот он. Несколько сложений. 4 сложения. Как называлась эта пряжа, даже не скажу. Но я помню, что чаще всего я покупала пряжу Турн. Она была хлопок с вискозой, вискоза и хлопок. Думаю, что это пряжа Турн. Турн. Так и называлась латинскими буквами. Турн разного состава. Даже сейчас не буду врать, не помню, как называлась пряжа. Этикетка у меня не сохранилась. Ну вот, собственно, хотела вам показать, что я нашла в своих залежах из недовязанных вещей. Буду распускать. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто-нибудь вязал купальник себе? И как он вообще в носке. В интернете видела довольно красивые купальники. Но, безусловно, красиво такой купальник смотрится только на стройной фигуре.